Меня зовут Хуршет Кахоров, я чемпион ПФЛ в легчайшем весе. То было прекрасное чувство стать первым чемпионом Европы ПФЛ. И это показало мне, что я на правильном пути в своей карьере, и моя тяжелая работа достигла результата. Конечно, я должен драться еще лучше, я должен тренироваться усерднее, быть более дисциплинированным, чтобы защитить свой пояс и показать, что я заслуженно являюсь чемпионом. Я достоин быть чемпионом, и я хочу показать это снова. В моем тренировочном лагере ничего не изменилось. Я все так же сосредоточен на себе. И я все больше совершенствую свои навыки. И собираюсь показать в этом году больше новой техники, больше агрессии. На данный момент я больше использую свою силу. В прошлом году я работал больше на технику, чтобы бороться лучше. Однако в этом году я должен использовать свою силу и свою агрессию. В этом году все будет по-другому. Когда я стану двукратным чемпионом, моей следующей целью станет миллион, за который я поборюсь в следующем году. Я усердно работаю ради этого. Я не занимаюсь прогнозами, я всегда стараюсь финишировать своего соперника. Это является моим планом — уничтожить его. Вот и все. В бою может случиться все, что угодно, но я знаю, чего я хочу. Я всегда иду до конца, но посмотрим, что у нас получится в будущем.